1 числа начал функционировать пункт обогрева, где, в принципе, любой пересечный громадянин может приходить сюда и находиться здесь 2 часа. В течение 2 часов он получит горячий чай, печенье, какое-то быстрое питание, что-то можно запарить, и перекусить можно. Есть социальный патруль, где мы ездим по городу каждую неделю и оповещаем людей, оповещаем бездомных. В частности, нередко сталкиваемся с тем, что люди приезжают из других городов и, они находятся в сложных ситуациях, и им нужно временное какое-то место, где можно перебыть, отогреться, привести себя в порядок. Центр работает с июня месяца, а я здесь работаю с августа месяца. Не только из-за тепла, из-за того, что людям негде переночевать, и здесь они могут получить ночлег, тепло, пищу.